Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Так, ребят, всем привет. И тут у нас цельнометаллические дуги X7 и X7 Pro показали на видео. На прошлой неделе я рассказал о ключевых отличиях спецификации двух бюджетных смартфонов компании Dugi. X7 и X7 Pro. Теперь производитель акцентировал внимание на внешнем виде новинок. И на первый взгляд Dugi X7 и X7 Pro выглядят многообещающе. Модуль основной камеры чуть выпирает из цельнометаллического корпуса, который будет доступен в трех цветах: серебристым, розово-золотом и черным. Задняя панель последнего содержит серебристые вставки в местах разделения корпуса и пространства для антенн, что выглядит весьма эффектно. Торцы смартфона плавно скруглены, это сделано для того, чтобы было удобно держать его в руке. Новинка будет представлена уже в скором времени, так что будем ждать с вами, ребятки. Всем пока! Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.